Так, саламатсыздарбы? Эме, мамлекет тилде же орусча сүйлөйлүбү? Ладно, значит, добрый день, уважаемые коллеги. Так, я хотел бы здесь проходить, сейчас Кусенбаев сядет. Сейчас я сразу скажу. Значит, Бейшеналиев Алмукадыр Сабырдинович находится в командировке. Дай бог, чтобы завтра вечером вернется. Так, сейчас, значит, исполняющий обязанность министра Шадыханов Калыс Токтосунович. Он только поехал по поводу там вице-премьера осмотреть это. Сейчас, значит, вы знаете, я Каратаев Мадам Мусаевич, я заместитель министра. Здесь заместитель министра Джангазиев Бахыт Кишенович. Сейчас подойдет главный государственный санитарный врач Кусенбаев и начальник управления лечебно-профилактической помощи у нас Джунушева Чинара Булотовна. Давайте, чтобы мы с вами, ну, образованные люди, у нас прессу пригласили, значит, конкретно не будем повторяться. Я хотел бы выслушать ваше мнение, чтобы и ваше время не отнимать, и, значит, и наше время не отнимать. Договорились? По порядку поднимайте руку, значит, скажите, чтобы повторно не было, потом мы ответим. Договорились? Так, пожалуйста. Это для протокола. Илюшка. Здравствуйте. Наш коллектив сюда пришел не весь. Мы хотим сказать, что половина коллектива осталась в здании. Они работают. Больные есть, работают. Да. Ну, хорошо, больные без этого не остались. Вот, да. Вы правильно говорите. Хотя мы медики, мы...